Этот инструмент также очень полезен был бы общественным организациям, потому что с помощью мессенджеров можно освещать свою деятельность, делиться полезными разными статьями со своей аудиторией. Это все очень удобно для пользователей, потому что все приходит им просто, допустим, в Telegram или в WhatsApp, или в другие мессенджеры какие-то. И в отличие от сайтов, все статьи могут быть прочитаны, потому что просто ты открываешь телефон, и у тебя там непрочитанные, допустим, сообщения, ты их просто читаешь. Вот. С помощью такой вот механики, которая есть в мессенджерах, облегчается взаимодействие пользователя с информацией.